А вы в жизни, в быту употребляете ту лексику, которую Шнур употребляет? Да. Употребляю. То есть вы нормально относитесь? Употребляю, но я не могу себе позволить ее употреблять, например, в соцсетях. Mm-hmm. Это мой принцип, потому что я... Разрушит ваш образ? Нет. Нет? Нет. В жизни я, опять же, достаточно, может, даже часто употребляю для того, чтобы выразить себя. Я знаю, например, что мои племянницы, которые прелестнейшие девочки, умные, которые занимаются балетом, английским языком, они подписаны на меня и смотрят меня. Да, для меня это аргумент номер один. Но и также я знаю, что какие-то дети, с которыми я пересекался, пел, встречался там, когда работал с какими-то фондами, они на меня подписаны.